Улица Титова, город Городец, полный загаженный мусором, срач кругом. Вторая школа находится рядом. Вот, друзья, так в городе Городце убирается мусор. Посмотрите, как сегодня администрация города Городца в лице Жирякова, главы администрации Беспалова. Вот вторая школа, друзья. И вот такой срач у нас в городе Городце. Друзья, город Городец весь завален мусором. Принимаем чемпионат мира по футболу. Завтра у нас открытие. Сегодня 14 июня. А город Городец как мертвый. Администрация, походу, не знает, что делать. Говорят, что будет какой-то единый у нас мусоровывозящая компания. По крайней мере, здесь ни хрена ничего, никакого единого нет. Полный срач, полная свалка. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые жители города Городца. Ко мне многие жители Городца обращаются и говорят, почему такой срач в городе Городце. Друзья, у всех, у кого есть сегодня телефоны, смартфоны, вы делитесь информацией ВКонтакте, выставляйте, не бойтесь, как сегодня администрация города Городца или там в лице города мэра города Жирякова и в лице города главы администрации Беспалова Кудряшова, это Саши, как они убирают мусор в городе Городце. Вот посмотрите, вот такой срач сегодня находится в городе Городце. Управляющая компания «Отходы НН». Всегда есть телефон 24099. Вот этот мусор уже не убирается. Вот этот мусор уже не убирается месяц целый. Вы представьте, здесь как живут жители, тогда вот такой полный срач. Кому они должны сегодня обратиться? К главе администрации обращаются, какие-то идут отписки. К мэру города Жирякова обращаются, идут отписки. Друзья, ну вы в кабинетах-то что делаете? Друзья, вы смотрите просто. Господин Жиряков, посмотрите, ты мэр города Городца. От твоей администрации этот участок находится, это улица Разина. Посмотри. Управлениями отходами НН 24009. Уважаемый глава администрации Беспалова Владимир, уважаемый мэр Жиряков, я не знаю, что вы делаете в кабинетах, но вот это решение вопроса всего лишь навсего займет, ну, я думаю, 5-7 минут. У вас каждый день совещание, оперативки, совещание. Чего вы там совещаетесь, когда мусор в городе Городце полностью загажен, весь город мусором? Друзья, ну вы приберите город. Многие там какие-то черти пишут. Гоголев, меньше светись. Ну как можно? Вот это если покажут по федеральному каналу, вот это. Это, блядь, завтра мэра снимут сегодня с главой администрации. Если вот это уже месяц не убирается. Катастрофа, где это наша Нижегородская область, где у нас через 50 километров сейчас будет чемпионат мира приниматься. Через чемпионат мира ровно от этого места 50 километров. У нас полный срач сегодня, друзья. В городе Городце. Улица Разина. Рядом находится болото. Смотрите, прекрасное, хорошее место. Это частный сектор. От администрации всего лишь там идти навсего, ну, может, метров 700. Прекрасное место, смотрите. Болото, хорошая энергетика, аур хороший. Но мусор просто не вывозится. Мусор. Вот жители мне просто подошли и сказали: Андрюха, помоги. То есть у меня вот есть телефон, друзья, у молодежь. Кто будет смотреть, у кого есть сегодня сотовый телефон, снимайте и показывайте, не бойтесь ничего, показывайте все, что сегодня администрация в рамках закона должна делать, она должна исполнять. Они за это получают зарплату. С вами был почетный житель Городецкого района Гоголев Андрей. Всего доброго, друзья. Надеюсь, администрация УИТ отреагирует на это сообщение. Смысла туда ходить никакого нет. На эти оперативные совещания к ним и говорит, там мусор, тут лампочка не горит. Друзья, они все знают, просто делать ничего не могут. Вот. Я с вами просто поделился, что такое город Городец сегодня.